Пусть не такие, как российские, но хватает. Это что за особый класс у нас, сфера торговли, посредники и прочее? Вы что, ждете, чтобы было как в России? Вы этого хотите? Тогда вам нечего делать со мной. Мне такие помощники и руководители не нужны. Посмотрите, сколько бедных людей в стране, которым надо помочь. И сколько жируют. У нас что, не хватает сил в управляемой, компактной стране навести порядок? Комитет госконтроля докладывает, есть факты, когда яблоки, лук, свеклу, капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%. Не будут сидеть сегодня-завтра. Где надо, я тебя посажу. Публично тебя предупреждаю.